Пусть не сильно лагает, меня очень лагает, не могу вообще ничего. Так он Вов свой качает опять. Что же я не качаю? Качает, сука. Чистый такой, блядь, он своего. Давайте еще раз, типа, мы приехали. Ой, бери мат, запикивай, выкладывай как есть. На канале The Marlowing Studio ты сможешь найти кучу видео по Майнкрафт машинима, Майнкрафт таймлэпсы и также Майнкрафт сериалы. Поэтому заходи и подписывайся, будет действительно интересно. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жейкой и Игорем мы продолжим играть «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Значит, ребята, всем привет, привет. Да, как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем набрать, тем больше видео «Кто твой папочка» мы будем продолжать записывать вот таким составом. Ну и, конечно, вы еще можете подписаться на наши каналы, ссылки все есть в описании, да. И также пишите положительные комментарии, и пишите в комментариях ваши идеи для следующих серий по «Кто твой папочка», и давайте наберем 5000 лайков, и тогда ссылочка на эту карту останется в описании, где вы сможете ее скачать и поиграть со своими друзьями. Приятного вам просмотра. Папочка, папочка, пожалуйста. Тихо! Папа. Пойдем сами погуляем. Поехали в путешествие. Поехали, папа, то ты дома сидишь. Постоянно свой телевизор смотришь. Да, и пиво пьешь, алкаш. Путешествие, поехали. Пошли. Окей, ура. Какой брр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 rr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 r
Я вас в лес привел. Сейчас мы, короче, вас будем убивать. Смотрите, это Венди! Добро пожаловать в Gravity Falls! Кто это? Кто это? Это Венди! Добро пожаловать в Gravity Falls! Здравствуйте! Здравствуйте, мадам! А что это такое? Смотрите, это... Это тачка! Это хижина чудес написано. Папа, я такую хочу! Купишь мне потом, когда я вырасту? Смотрите, я смотрел этот мультик! Это хижина чудес в Gravity Falls! Женечка, я не смотрел! Расскажешь мне, что это такое? Расскажу! Ой, тут такие вещи происходят! Вообще жуть какая! Просто жуть! Пошли! Пошли? О! Это опа! Стэнли! Здравствуйте! Добро пожаловать в хижину чудес. Нифига себе. Ой, печенюхи бесплатно. О, потерим. Дай еще. Дай еще одну. А? Прикольно, тут прикольно. А он пропустил нас домой? Он да. Ничего не будет говорить? Не. Смотри. Пухля какая-то. Фига себе она пухля. Больше, чем мы с тобой, Женечка. Фига себе она пухля. Смотрите, а давайте пойдемте на чердак. Второй этаж. Давай. Папа! Нет! Ты меня так не любишь, папа! Выкинули! Женечка, спасибо! А, меня-то за что? Твою мать! Смотри, у нас папа живодер какой-то! Он и сам прыгнул, дебил! Мразь! Да убей ты его уже! Прощай! Всё. Так, ну что, собственно, у нас тут еще есть, да? Женечка, показывай, ты знаток. Мы не знаем, где мы находимся. Смотрите, это Диппер и Мейбл. Они брат и сестра. Ди. Двойняшки. Они что, мертвые? Что они спят? Они сдохли, да. А почему? Сдохли? А, это по сюжету. Они погибли. А мы можем их воскресить? Они такие миленькие. Они с нами, понимаешь? Что? Бузы на шестерцах. Вот видишь, что тут есть. Кнопочки. А что такое? Сэй, побежала. Что я нашла? Что я нашла? О, я тоже нашел, Женька, смотри. Смотри. Тихо, положи обратно пистолет, положи. Смотри. Папа. Останьте. Убегаю. Женечка, покажи нам еще что-то. Лови его. Где он? Не меня лови. Секретный ход. Что он нашел? Секретный ход. Женя, что ты нашел? Заходим. Не страшно. А где мы вообще находимся? Я не знаю. Ты видишь, у нас папа какой-то мудак, но это не, это не страшно. Мы находимся в рекордере 1.9.0.0.0.0. Женя, что это такое? Поменять, я не понимаю. Да хватит! Кнопочка какая-то. Ловушки! Папа! Папа, спаси! Папа!
происходит? Ловушки какие-то. Вы можете поаккуратнее себя вести здесь? Мы вообще-то в гостях. Жень, что это такое? Это пульт управления. Офигеть. Давайте зайдем. Это Билл Шифр! Билл Шифр! Он улетает! Петя! Он улетел куда-то. Смотри, а где мы? Где мы, Женя? Это порталы между измерениями. Ну, нажмакаем. Ого! Нифига себе. Женя, смотри, что это такое. Не знаю. Я боюсь. Стойте, Билл Шифр, туда-сюда. Петечка, ты... Куда я попал? Верните! Куда я попал? Да, я не знаю, куда я попал. Тоже не знаю, куда я попал. Я за Эдичкой, спасать Эдичку. Вы вернули. Ого, Жень, спасибо, это ты меня вытащил? Да. Я не знаю, куда я попал. Купил шифр какой-то непонятно. Он нас хотел убить, и тут есть, кстати, какие-то три кнопочки. Смотрите, здесь еще один портал в другое место. Поехали, погнали. Давай, куда мы попадем? Эдичка, мне кажется, нужно зайти. Оп. Я? А Питер, ты? А я? Парень, а ты? Куда? Женя, приди! Это что это? Где мы находимся? Автомат бензопила, я бешеная белка, стоять всем на месте! А у меня катана! У меня демонический меч! У меня катана! А где мы вообще? Я не знаю! Смотрите, что это лодка за Монотавра! Что это, кто это такой? Жесткий тип? Они нападают! Бей! Папа, защити нас, папа! Я стреляю! Убиваем их, это плохие люди. Да не в меня стреляют, вы что делаете вообще? Тебя тоже чуть-чуть можно. Давай, Женя, вдаем. Бью. Давай. Все. А вот этот. Нужно его убить, Женя, Бегите. Давай, я. Бегите отсюда. Беги. Сейчас все рванет. Защитники Минотавра за нами еще. Они опять появились. Они сейчас умрут, не переживай. В принципе, теперь больше Минотавра не будет, да? Монотавра. Мы его убили. Как мы отсюда выберемся? Офигеть. Как? Подождите меня! Как мы отсюда выберемся? А ну, подожди. Ой. О. Ты видишь, какой у нас папа? Прям... Эдичка не допрыгнул. У нас папа прям умник какой-то. Прыгай, Эдичка. Давай. Фух, мы выбрались, только папа не выбрался. Папа тут, я вообще-то папа выжил. Так, Женя, куда нам идти? Ты тут знаешь все, я не знаю. Куда нам идти? Ловлю. Папа, ловли меня. Папа, лови. Ловишь, папа? Эх, Женечка, ну он был хорошим ребенком, почти послушным. Помогите, я жив! Он жив, папа, он жив! Раскапывай. Давай. Мы думали, ты умер, Женечка. Вылезай, Женя. Давай, похоронили. Вот ты напугал нас, балбес. Самое главное то, что ты выжил, молодец. Выжил. Как ты меня выкинул? Так. Женя, где мы? Ой, тут какой-то рычаг. О. Что-то открылось. Смотрите. Это подземный проход. Офигеть. А ну давай посмотрим. Там вообще безопасно? Во! Беги. Побежали. Бежим! Так. Тут есть рычаг. О, свет! Нифига себе! А кто это такое? Тут кто-то умер, походу. Папа, кто это такое? Офигеть! Папа! Смотрите, он этот, он не живой. Надо его спасти. А что это за место? Здесь что-нибудь есть? Я не знаю. Я пока что ничего не вижу. Давайте смотреть. Я нашел что-то, смотри! Ты нашел? Да! Покажи, смотри! Покажи. Какой-то дневник! Дневник? Да. Что такое? Дневник третий. Женя, что такое, Женя? Все тайны Gravity Falls. Мы сможем завладеть этим местом. Как? Вы понимаете, что в нем ничего не написано еще, да? Нужно же расшифровать как-то. Как расшифровать, если он пустой? Он не пустой, балбес, папа. Он зашифрован. Балбес. Сам балбес. Просто понимаешь, что этот дневник написан не для балбесов. Но, как известно, папа у нас полный балбес. Ну, всё, давайте. Женечка. Я пошёл домой. Все, оставайтесь здесь в своем Gravity Falls. Нет, папа, прости. Папа, извини, папа. Мне кажется, вернуться в Книжные Чудеса. Там нам объяснит Стэнли, как это все делать. Давайте вернемся. Давай. Возвращаемся в Книжные Чудеса, ура.
Побежали, побежали! Быстрее! У кого дневник? У кого дневник? Папа, у тебя? Быстрее, показывай, показывай! Я нет папа. Дневника! Дядя Стэн, дядя Стэн, мы нашли дневник! Мы нашли дневник! Мы нашли дневник! Что ты нажал, дебил? Стэнли, нет! Что ты нажал? Дядя Стэн! И что теперь, вот что теперь? А, ну как обычно, в принципе, да? Куда мы не попадаемся, взрывается, да? Может, мы лучше будем дома сидеть и вообще с дома не выходить? Ну, такие дети террористы, я не понимаю, что здесь вообще происходит? Сейчас взорвали Gravity Falls, и кто? И когда выйдет новый сезон этого мультика? Никогда. Папа, что делать? Что делать? Пойдемте домой еще. Что делать? Пойдем. Все, дети, теперь вы наказаны, будете сидеть дома. Нет, папа, пожалуйста, ну мы не хотели, мы больше так не будем. Еще, папа. Ставьте, встали в угол сюда все, давайте. Ну, папа. Давай встанем, Женечка. Папа. Ну, только не ремнем, ну, пожалуйста, ну, папа. Ремнем не убивают, ну, ладно. Папа. Ну, давайте тогда мы на этом, наверное, закончим. Если вы хотите, чтобы мы еще куда-то отправились, то обязательно ставьте лайк. Спасибо вам за просмотр, ребята. Не забываем подписываться на наши каналы, ссылочки, как обычно, на всех будут в описании, поэтому не поленитесь, заходите и подписывайтесь. Да и также, ребята, можете писать в комментариях новые идеи для новых серий «Кто твой папочка?». Мы читаем все комментарии, и самые лучшие идеи мы реализовываем, да. Так, и не забывайте ставить 5000 лайков. Всем удачи, всем пока. Всем пока. Всем пока, ребята.